Лучше бы ты оставалась на месте, лучше бы ты не рыпалась вот тут. What the fuck? Какого лёперного маньяка, двух маньяков здесь только что произошло? Ты чё творишь нафиг? А кто это с маньяк-то вообще? Мы с тобой два маньяка. Зырча умею, пошли покажу. Смотри, гречка обкакалась, когда я вначале сделал вот так, смотри. Оча, опа-на, опа-на. У нас, походу, одна мама на двоих получается. Ты такого же роста, как я. Такая же пицуха, как у меня, только у меня тесак у тебя не запила. Где вы все попрятались, я не понимаю. 5 генераторов починила, понимаешь? Чё стоишь, ищи их давай! Братишка у меня прибабахнутый. Хорошая работа, брат. А ты только сейчас... Какой брат, какой два? В смысле? Брат от одной мамы, получается. У кого карта, брат? У Наташи, брат. Я четко видел, что она у Наташи. Нет. Недалеко. У него курица была. Угощайся, брат. Спасибо, брат. Я не хочу. Так, подожди. А кто-то остался, да, еще, мне кажется, или нет? Да. Сосиска. Это что нафиг было? Два брата-акробата? Почему вас двое? Вот у меня точно такой же вопрос. Я как бы понимаю, что это не так страшно, как гусь, да? Но все равно, почему вас двое? Это нечестно! Прикинь, брат, он говорит то, что два маньяка не так страшно, как гусь, брат. Брат, по-моему, хуже то, что как бы гусь не такой страшный брат. Гусь понимаешь? Не такой страшный брат, как два брат-маньяка брата. А что, серьезно, гусь не такой страшный брат? Нет, брат, ты нам не брат, а вот мы. Кто кому брат? Нет, ты мне брат, и я тебе брат. А ты че? Я вам не брат, нет, я вам не брат. А гусь? Гусь не брат, тем более! А ты прикинь, если два гуся будет. Даже не думаю, даже не буду думать об этом.